У музеї фотографій відкрилася вистава «Палітра в образах пригожих». Яна приміркована до юбілею народної артистки Білорусі Людмили Корхової. У експозиції зібрані фотоздимки з архіву актриси обласного драматичного театру. Людмила Корхова у Гомельському театрі працює вже більше як 40 років і об вибори професії ніколи не шкодувала. За її плячима шмат увасоблених на сцені в образах. Однак перша роля, хоч і зовсім маленька, ніколи не забудеться. Перша робота у мене в Гомельському театрі. Это было вообще в массовке. Была такая пьеса «Легенда о песне неспетой». И ставил народный артист Иосиф Степанович Попов. И вот там у меня, когда мы только пришли со студенческой скамьи, там у меня была в массовке. Ну, с такими словами. И если бы вы знали, как я волновалась после студенческой скамьи вот выйти и это сыграть. Я так репетировала, у меня так тряслись поджилки. Некоторые из ролей, которые довелось играть Людмиле Корховой, адлюстрованы на этих фотографиях. Тут и кадры с повседневного жизни актрисы. Уникальность у тем, что представленные фотоздымки до этого николи нигде не публиковались и не выставлялись. Так само у экспозиции сценичные костюмы, с допомогой яких нараджаются в образы. У музей фотографии выстава будет працевать до 10 лютого, а после переедет у драмтеатр. Юбилейный год для Людмилы Корховой будет насыщенным. У соковику на сцене театра отбудется премьера спектакля по мотивах оповести Федора Достоевского «Дядька Усон». Актриса выконая у им головную роль. Так само у театра запланованы творчий вечер, присвеченный юбилею народной артистки Беларуси.